Автобусный парк Усть-Каменогорска пополняется новой техникой. 52 новых автобуса закупили в рамках государственной программы поддержки перевозчиков. На социально важные, но невыгодные маршруты теперь выделяют дотации. Из бюджета компаниям уже оплатили около 2 миллиардов тенге. На эти средства как раз и поднимают заработные платы водителям и закупают новую технику. Субсидии начали выделять после внедрения проекта электронной оплаты за проезд в общественном транспорте. Прозрачность учета позволяет отслеживать пассажиропоток и условия выполнения контрактов перевозчиками. Мы на этом не останавливаемся. Данная программа продолжается, так скажем, на постоянной основе. До конца текущего года еще планируется обновить 33 единицы подвижного состава. Это 29 единиц автобусов и также 4 новых трамвая у нас прибудут. На следующий год в рамках данной программы у нас планируется обновить 74 единицы подвижного состава в течение года.